Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Empire Warriors. И мы остановились на 36-й миссии. Ярость темного властелина. Нарзал не желал вновь терпеть поражение. Он использовал все средства, чтобы дать отпор противнику. Однако король, похоже, был недоволен его упрямством. Гнев темного властелина будет ужасающим, но у нас нет времени на колебания. Ну что ж, друзья, я убрал нашего рыцаря и взял вот такого вот мага. Но он еще не полностью прокачан, так что особо что-то от него ожидать не стоит. Ну что же, давайте приступать к миссии. Я думаю, что сейчас действительно будет полная труба. Я не знаю, как мы будем с вами тут выживать. Даже, наверное, мне магия здесь не поможет, но посмотрим. Так, ну что, друзья, у нас с вами есть две дорожки, которые мы должны защищать. Так, Эловин, давай-ка мы тебя сюда переместим. Арин, наверное, мы сюда поставим, да? И маг Ариндель. Ну, пускай будет стоять здесь. Так, 10, 30. Ну, это понятно. А здесь у нас маги. Слушай, а если мы с вами Эловин вот сюда переместим? Прям на самую начальную точку. Так, и будем, наверное, устанавливать бараки. Я думаю, что пока это оптимально для нас будет. Давай-ка мы, наверное, сделаем тамплиеров-убийц. Пускай они пока здесь стоят. А вот сюда мы, наверное, сделаем... А кого сюда лучше? Тоже тамплиеров-убийц? Или же... Или паладинов? Нет, пускай лучше тоже будут убийцы. Так, пускай они будут стоять здесь. Ух, чертовски-чертовски опасно. Так, сюда можно, в принципе, начать устанавливать голема. Какого? Огненного? Отравляющего? Или замедляющего? Огненного поставим. Так, он... Слушай, ну он неплохо, да? В принципе, захватывает. А здесь кого? Здесь, наверное, мы поставим с вами лучников. Ну что, друзья, запускаем, да? Первая волна. Поехали. Посмотрим, как у нас тут пойдет все. Так, нам нужно прокачать удар метеоритный здесь. Черт, мне совсем... Да что за фризы? С какого вдруг перепуга они здесь, а? Слушай, ну вот эти вот, конечно, крепкие. Так, Эловин, а ты где? Я не могу понять. Иди сюда. Так, тут заморозим. Ой-ой-ой, а где мой маг? А мага уже подбили, ты прикинь? А мага уже подбили у нас, оказывается. Замораживаем. Эловин, да иди ты туда, господи, бомби ты их. Я не знаю, стоит, что-то там думает. О чем думает, я не понимаю. Так, лучников прокачивать надо нам. Кого будем? Наверное, темных, да? Ладно, следующая волна. Некогда, как говорится, нам тут рассусоливать с вами. Ёлки-палки. Первая волна. Ну ладно, заморозим мы их. И вот так вот магию применим. Эловин, давай, там маги ползут. Ё-парасете. Ты посмотри, что происходит, друзья мои. Слишком жестко. Так, Эловин, ты беги сюда, потому что они пробегают. Мы не должны этого позволить. Заморозка. Так, огненный голем. Давай-ка мы тебе докачаем маленько. И нам нужны сумеречные стражи. Мне не хватает совсем немножечко, друзья мои, совсем немножко. Сумеречный... Оу! О-оу, друзья мои. Совсем... Ой, и еще там, Эловин. Возвращайся быстрее. Кого-то нам нужно замораживать где-то. Так, сумеречные стражники, давайте быстрее, родные мои. Тут замораживать надо всех. Оу, они еще и сверху. Со всех, короче, друзья мои, щелей ползут враги. Страж откатился. Давай сюда, наверное, его сбросим. Так, сумеречные мои эти, надо их тоже прокачивать. Как ни крути. Если мы хотим здесь жить... Боевой клич, это все, конечно, хорошо. О, ползут опять. Фух.
Нужно нам 170 монет. Твою же налево, они еще опять снизу ползут. Так. Йоу, просыте. Тихо, 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 друзья, вы... Вы что ж творите-то здесь? Эловин, быстрее сюда беги. Маг, давай магию свою зажигай. Нет, 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 не пройдете. Фу, вроде бы справились, да? Слушай, друзья, ну это жесть какая-то на самом деле. Опять ползут. Опять эти упыри здесь ползут. Но голем вроде неплохо справляется. Так, заморозку на крайний случай. Так, применяем сюда. Здесь замораживаем. Так, сюда стража сбрасывать надо. Эловин, ты где? Я не вижу тебя. Один охламон пробежал, да, все-таки? Да, друзья, одного мы с вами пропустили. Да ты посмотри, я не успеваю. Я просто не успеваю. Ты смотри, какая гряда там идет. Да а почему магия-то не срабатывает? Я же кликаю. Да. Арин вообще там прохлаждается у нас. Просто-напросто прохлаждается. Вот и все. Что я могу тебе еще про это, по этому поводу сказать? Да, если так будет дальше идти, мы с вами просто сфейлимся. Вот и все. Всю магию потратил почти, а? Так, Эловин, давай возвращайся сюда, потому что там... Вражина ползет. Так, ну здесь мы заморозим, предположим, да? Да как вы проходите-то, я не могу врубиться вот в это вот. Как вы успеваете, как вы умудряетесь все это провернуть дело? Ну, вжаривай магию. Фью. Трубешник какой-то. Так, сюда, я думаю, надо голема все-таки выставлять, друзья. Вот это не дело. Это не дело. Поставим сюда отравляющего и, конечно же, его прокачаем. Так, еще у нас есть деньги. Так что прокачка. Так, и нам нужно, по идее, бойцов прокачать еще. По идее, прокачать нужно. Успеем ли мы? Вот вопрос меня какой интересует еще. Давай-ка мы мага с вами здесь поставим. Какого? Наверное, ледяного, да? Денег не хватает, как всегда. Страж, давай сюда тебя сбросим. Сбросили стража. Наш маг вообще вата. По-моему, он вообще ни о чем. Погибает раз за разом. Джейв, по-моему, был круче. Так, ну что? Здесь прокачан по полной программе. Маг льда. Отлично. Вечную зиму. Да и не помешало бы, конечно, замерзшая земля. Смотри, что происходит, а. Там дриады уже пошли. Там уже дриадушки у нас пошли. Ладно, мы тут заморозку, наверное, бросим наверху. Ой-ой-ой-ой-ой. Пытаются пройти, друзья мои, они пытаются пройти. Жесть какая-то, что ж тут происходит. Сюда, наверное, мы поставим тоже мага. Но не льда, а... Давай мага огня. Вот так вот. Не хватило немножко прокачать нам. Так, это какая у нас волна будет? Восьмая, да? Поехали. Это, по-моему, стрелки. Ладно, с ними покончено. Так, сверху ползут. Так, где у меня Эловин? Эловин у меня внизу, как всегда, прохлаждается. Сюда заморозку. Сюда ярость. Ой-ой-ой-ой, что происходит, друзья мои, что происходит? Замораживаем, наверное, здесь, да? Здесь замораживаем, а сюда поставим стража. Как-то вот так вот должно быть у нас. Огонь. Ну! Ну почему он тут? Давай-давай-давай-давай, родной мой, забомбил. Красавчик. Фью, они справились. Слушай, здесь нам повезло с вами очень. Да что ж ты, следующая волна... Даже не дали мне немножко отдохнуть. Я так и понял. Хорошо, сделаем с вами здесь лучников. Это будут у нас вот эти вот лунные, да? Которые выпускают по нескольку стрел. Эловин-то где? Она у меня там наверху, понятно. Она у меня наверху.
Так, вот здесь надо что-то поставить. Давай поставим мага льда. Почему именно здесь? Потому что он будет обхватывать большую территорию. Нам как раз это нужно. Так. Слушай, ну тем не менее, мы с вами 5 врагов упустили. Это плохо. Вызываем следующую волну. Так. Ну, кто там? Где там? Идут лопухи. Сверху тоже идут. Лучников нужно прокачать. Хоть разорвись, как говорится, да? И там, и тут, со всех щелей мага уже подкосили. Мага уже подкосили. Он валяется, естественно, пока он там рисанется. Фиг знает, сколько времени пройдет. Ладно, мы будем пока наших магов прокачивать. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так дело не пойдет. Смотри, как он долго резается, а? Как же он долго восстанавливает свое здоровье. Так, нормуль. Ну, Элвин, конечно, красота. Тут не поспоришь. Вот сюда нам, наверное, тоже нужно влепить мага. Почему-то я на магах зациклился, да? Вы заметили? Фух. Я вот эти, кстати, не прокачал своих. Ёлки-палки, тамплиеров-то. Ладно, следующая волна 12-я у нас. То есть еще 3 волны впереди. Ну, очень сложно сейчас играть стало. Очень сложно. Я не знаю, как некоторые ребята проходят на харде. Я попытался на харде тут поиграть. Тут такой жесткость, что о, мама не горюй, как говорится. Как тут за всем за этим успевать делом, а? Так. Оглушили маленько. Тут у нас не прокачан, оказывается, да, был? Ладно, докачиваем все это дело. Ну что, вроде бы пока все довольно неплохо у нас получается. Зачем я ледяного послал? Я же хотел... Ладно, фиг с ним. Хотел зелот сюда влепить. Ну, а может быть, оно так даже и лучше. Кто его знает. Ну что же, выпускаем следующую волну. Идут стрелки. Сюда, кстати, можно влепить еще, кстати, стрелков. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Элвин, ты где? Вот она рядышком стоит. Погнали. Погнали всех в разнос, как говорится. Так, прокачиваем. Немоту. Надо будет тоже прокачать по фулке. Не нравится мне вот этот маг, если честно, друзья мои. Ну, я его купил за гемы, так что не страшно. Что там у нас? Этих мы подбомбим. Здесь прокачка. Давай, 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 давай. И вот эту вот стрелу. Ну что, предпоследняя у нас здесь волна. Готовимся, друзья мои. Заваруха на последней волне, я думаю, будет вообще там чертовски сложная. Так, дриадушки. Надо вот этих лучников нам прокачать. А здесь уже, наверное, мы будем стражи рассвета ставить. Я думаю, это оптимально для нас. Стражи рассвета. Так, тихо. Контролируем с вами полностью территорию. Надо за всеми следить, чтобы никто не прошел, ё-моё. Так, прокачиваем полностью. Тут тоже. Ну и здесь тоже, кстати, надо будет прокачать. Слушай, друзья, ну теперь уже намного спокойнее и легче. Так, последняя волна. И, как говорится, со всех щелей вражина пойдет. Со всех щелей. Готовимся. Так, Элвин, ты где? Ты у меня не там стоишь немножко. Давай-ка вот сюда. Ах ты! Смотри, что происходит. Они хотят меня врасплох взять. И снизу, и сверху идут. Угу. Я прекрасно понял. Так, маги свое дело делают. Отлично. Элвин, ты видишь, они тебя расстреливают. Господи. Придется подключаться. Ага. Пошла в разнос девчуля у меня. Так, тут все по красоте. Тут докачиваем. Здесь тоже. А хотя все, по-моему, мы прошли с вами, да? Или не прошли?
прошли. На 2 звезды, к сожалению, но сами видели здесь. Фух, было довольно сложно. Давайте смотреть, что дальше. Я думаю, там на следующую миссию лучше даже и не загадывать. 37-я. Мы с вами подходим к вратам. Так, задание давайте заберем. Ух ты, наградушку, конечно же. Конечно же, воу, крутенько. Так, достижение. Отлично, да? Больше нам ничего, наверное, не дадут. В магазине нам покупать нечего. Угу. Ну, я могу взять бесплатно одну руну. Или же здесь купить их 10. Или же купить их 10. Так, испытание, это все понятно. Подарок Арен. 149 рублей. Все вознаграждения. Хе-хе. Неплохо, 6000 гемов и 1200 алмазов этих, да? Так. Я не знаю, ребята, блин. Как-то вот маг этот меня совсем не устраивает, если вот по героям брать. Ну что это, ну ватный какой-то он. Просто ватный. Так, это не он, ёлки-палки, это... Вот он. Арендель. Но он еще не прокачанный, кстати, я хотел же его прокачать по полной программе. Он же у нас... Вот так, что это у нас? Бессмертный, когда получает его здоровье остается на уровне 1, после этого все статусы эффекта будут сняты, и он станет невосприимчивым к смерти на... Вот так даже. Даже вот так. Повысить уровень. Блин, на самом деле я гемы коплю на нового героя. Ну хотя бы вот на этого даже, да? На Леона. 10 тысяч. И в то же время, блин, мне нужно прокачивать моих персонажей, потому что я ими играю. Да. Вот тут выбор. Либо копить гемы, либо прокачивать персонажей. Ладно, друзья, давайте посмотрим. Ужас, спустившийся с небес. Мощь воздушной армии Гранда непредсказуема. Летающие всадники сильны, быстры и бесстрашны. Но им нас так легко не запугать. Летающие стражники. То есть вы хотите сказать, что здесь будут летающие юниты? Ну что же мы видим с вами? 2 дорожки, да? Опять же, которые мы должны защищать. И враг. Враг не дремлет. Хочет нас тут пужануть, да? Так, подожди, а что это ты у меня горишь? А, ну здесь лава. Ладно. Куда мы ее поставим? Наверное, вот сюда вот. Арен сюда. Или как нам быть-то? Не знаю, кто у нас тут по врагам. Так, орки. Пока... Ерунда всякая. Пока орки одни идут. Даже не знаю, с чего начать-то. Наверное, с казармы. Скорее всего, придется мне начинать. На всякий случай, вот так. Летающие же там будут юниты, да? Чё ж я делаю-то? Ладно, пока вот так сделаем. Ну, а здесь нам надо будет сделать уже драгунов. Так. Прокачивать пока я их не буду. Значит, орки, да, пойдут? Давай-ка мы, наверное, здесь с вами поставим мага. Мага какого? Ледяного, конечно же, да? А вот здесь... А вот здесь... Вот здесь, по идее, голем бы не помешал бы. Но у меня не хватит на прокачку. Ладно, друзья, давайте посмотрим, что у нас получится. На крайняк будем переигрывать. Ну, идут пока. У нас магии-то маловато, на самом деле. Ой, маг родной. Слабо ты бомбишь, если честно. Давай-ка так вот зарядим. Не-не-не-не-не-не-не, как-то... Это вы разогнались все. Эловин, жарим. Ой, по красоте, я вообще обожаю ее. Как она тут, а? Она вообще шутить не любит, на самом деле. Просто в ярости она всех гасит. Так, ну а нам пока нечего тут рассусолить. Мы будем с вами прокачивать нашего голема. Как раз здесь лава, огненный голем будет как раз кстати. Так, Эловин, вернись, пожалуйста. В родные пенаты и смотрим, кто тут дальше у нас. Ой-ой-ой, стражники, стражники. Пока еще с этих 2 дорожек идут.
Здесь враги не прут. Ладно, пока потерпим. Надо вызвать, я думаю, сюда стражника. Пускай он пока их немножко отвлекает. А мы будем... Блин, прокачивать нам надо голема, по идее. Опять, ребята, фризит. Не знаю, периодически в каждом уровне такая фигня происходит. Элови, ну! Давай, наяривай их. Так, этот куда-то разогнался-то, парень. Стражник за ним побежал. Вот. Метеоритный удар. И нам нужны вот эти вот, ребята, големы. Без големов я тоже не согласен играть. Блин, башня магов, ну такая слабая, ё-моё, а. Пока она не прокачана, она вообще, ну, маленький урон. Вот, естественно, когда она прокачана по полной программе, да, от нее есть толк. Но в данный момент вообще ни о чем. Не алё. Ну что, следующая волна идет автоматически, мы с вами дождались. Это говорит о том, что мы с вами очень медленно уничтожаем противника, очень медленно. У нас даже нет возможности что-то тут, расстановочку какую-то сделать. Давай, Эловин, хоба. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Заморозили, отлично. Так, прокачиваем нашему голему полностью, наверное, метеоритный удар. Ух ты, это что такое, друзья мои? Летающие всадники. Так, летающие всадники. Ужас, спустившийся с небес. Быстрые и сильные. Могут легко прорвать любую оборону. Летающие враги атакуют, как только видят противника, быстрый скорость передвижения. Ну, вот этого я и боялся. Откуда они по... Они уже летят. Они уже, друзья, летят. Так. Значит, нам сюда нужно ставить лучников как можно больше. Иначе эти гаденыши могут пролететь. А нам это не нужно. Смотри-ка, с небес, а? Бомбят. Так, тихо. Тут нужно и здесь контролировать, и здесь. Ну что, разорваться, что ли, теперь? Давай вот этих будем ставить лучников. Так, подожди, может быть, магия их сможет подбить? Что-то я как-то не особо заметил. Ты посмотри, они сейчас заколбасили мага. Мага уничтожили. Мне сейчас и этих, да, добьют. А если я их заморожу? Ну, господи, драгуны, какие же вы ватники. Тьфу. Ватники еще те. Так, началось, короче. Теперь они будут, по ходу дела, везде летать, да? Арен, уйди, пожалуйста. Уйди оттуда. Надо все это как-то очень быстро делать. Смотри, что они, у них очень колоссальный урон. Друзья мои, очень колоссальный урон. Я боюсь, мы тут с вами сфейлимся, скорее всего. Конечно, не хотелось бы, но... Такое вот предчувствие у меня почему-то. Тут тонкий намек дается нам на то, что мы должны с вами везде выставлять магов. И желательно разной калибровки. От ледяных до огненных. Да-да-да. И причем не только на одной позиции, а и на разных дорожках. Сейчас вот здесь полетят. И здесь со всех щелей попрут вражины. Да, друзья. Лучники, да, бегут? На все даже и не хватит у нас денег, чтобы прокачать. Угу. Ладно, попробуем прокачать вот этого мага центрального. Фигня какая-то, блин. Айрин подбили. А где Эловин? Эловин у меня здесь. Пока все хорошо с ней. Как всегда, она в ярости, как всегда, всех рубит. Практически в соло. Давай прокачивать тогда, наверное. Надо все прокачивать, да? А денег, как всегда, у нас с вами кукиш с маслом. Вот что эти... Во-во-во-во-во-во-во, летят. И летят крылатые пернатые. Ну, пока вот такой вариант вижу. Так, друзья мои. Слушай, а почему такой слабенький дамаг наносит они? Смотри. Вот они стреляют. Так дело не пойдет. Если таким с дамагом они будут дальше, то мы проиграем здесь. Зелот, точно, друзья. Мне нужен маг-зелот. Где он?
Где он будет у нас стоять? Вот здесь, наверное, да? Подожди ты, Макзилонт. Нам нужно докачать вот это все вначале. Слушай, ну лучники почему такие быстрые? У них защита, что ли, какая-то стоит? Я не понимаю. Так, Эловин. Эловин у меня там, наверху, как всегда, развлекается, да? Твою ж налево. У меня, кстати... Давай вот так вот сделаем подхил. Пускай он хилится, а этот... Эти будут бомбить у меня башни. Эй! Погоди-ка. А вы куда собрались-то? Я что-то не понял. Эловин, ну-ка встань сюда. Что за дела-то? Так дело не пойдет, родная моя. Стоит он там, прохлаждается. Ну, кого мы здесь поставим с вами? Наверное, светлых, да? Лучников рассвета, скажем так. Да, тут очень, конечно, жестко. Слушай, вот самое замечательное, что Эловин, помимо того, что она может наземные цели бомбить, причем очень нехило, так она и воздушный подбивает не кисло. Это просто красота. Это мне нравится, это меня радует. Так, а вот это вот, совсем не радует. Когда... Ёлки-палки, что происходит здесь? Давай, голем. Эть, подожди. Подожди. У меня хоть что-нибудь тут есть? Ну, хотя бы так. Друзья мои. Ты смотри, что происходит. Ты прикинь, сколько мы сразу с вами пропустили юнитов. А почему? Да потому что Арин стоит тупо, да? Ничего не делает. Да, вот так вот просто 6 чувачков пропустили. Какие же эти драгуны вата, а? Ай, одно название драгуны, ё-моё. Ладно, давай поставим сюда мага с вами. Какого только мага сюда ставите? Давай зелот, наверное, выставим. Так, где у меня Эловин? Эловин на месте. Вот здесь все под контролем, но вот тут вот все намного хуже, друзья мои. Вы сами прекрасно понимаете, да, и видите, что тут происходит. Никакого толку нету вообще от этих драгунов, от моих. Давай дракончика, что ли, выставим хотя бы, или прокачаем его. Только выставим мы его... Ой, какой продавать, ё-моё, не надо продавать. Лети сюда. А лучше даже не сюда, а вот сюда. Будешь здесь стоять. Так, тут-то кто у нас? Идут в наглую, смотри. Эловин, давай вот сюда, возвращайся, пожалуйста. Блин, ну как же обидно, а? Это всего лишь 8-я волна. Дальше-то что будет происходить? Даже боюсь представить. Так, ну что, вызываем? Какой вызываем? Они уже сами идут. Посмотри, дракончика хотят подбить, а? Что творят? Ироды. Слушай, ну все-таки голем огненный, это круто. Чего хочешь говори, но это круто. Значит, я, скорее всего, вот сюда поставлю голема замедляющего. Да? Раз у нас зелот уже вот здесь вот есть. Я думаю, да, это будет оптимально. Замедлялку. Так, Арин, ну господи, ну там тебя бомбят, как, я не знаю, как сидру козу. Стоит он там, прохлаждается. Ну-ка, заморозь. Вот так вот. Значит, замедлялка, да? Пускай будет вот так вот. Фух. Так, друзья, следующая волна. Приготовились. Поехали. Ну. Ну, почему... А, друзья мои, маги имеют сопротивление к магии, поэтому, видите, какой он ничтожный урон наносит. Очень ничтожный. Ладно, давай смотреть, что дальше будет. Кстати, нужно приготовиться к летающим драконам. Для этого нам нужно прокачать всех стрелков. Ну и, естественно, драгунчиков тоже. Так, стражи ползут. Давай прокачивать потихоньку их. Коготь дракона.
Ну, тут, смотрите, пока у нас все четко. Если мы еще вот здесь вот с вами поставим... Нет, не стрелка, лучше мага. Лучше здесь пускай у нас будет стоять маг. Так, Элвин, ты где? Тут, смотри, противники проходят, елки-палки. Как ты упускаешь это мимо своих зорких глаз? Так, дриадушки, минотавры. Тут прокачка по полной программе. Здесь, ага, по полной. Так, зелотик надо прокачивать. Фух, давай следующую волну. 11-я. Вот дриады ставят себе вот этот защитный барьер. Но я так понимаю, это не от магии, видимо, от физического урона, скорее всего, да. Смотрим. Блин, ну как же мне все-таки обидно было, когда вот тут вот прошла целая армия, да, и никто ничего не смог сделать. Потому что вот эти вот были непрокачаны, и они не справились. Их, видимо, драконы расстреляли. Это единственный вариант. Потому что я за всем уследить не могу. Я отвлекаюсь, например, на какой-то момент, и другой меня уже не интересует. Что там, как там, почем там. Смотри, что здесь происходит. Просто идут с их пещер, и все. Ну-ка, давай прокачивать дальше. Вот так. Жалко, он, конечно, вот этим вот ударом не может замедлить летающих юнитов. Он только лишь наземные. Хм. Давай-ка мы сюда еще одних лучников с вами поставим. Так, прокачать не получается, да? Ну, они бомбят дракона. И пока не уничтожил, да, не успокоилась. Ну, тупыриха, а? Так, Арин, отойди вот сюда в сторонку. Отлично. Здесь мы хотели с вами мага прокачать. Какого? Давай, наверное, ледяного. Ледяной маг нам здесь будет... Оу! Друзья мои, я только сейчас заметил, что здесь уже дракончики. Да-да, летающие драконы. Так-так-так-так-так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Главное не растеряться. Давай стража мы сюда выпустим, да? Воу! Арин, отойди, они бомбят по тебе. Они по тебе бомбят. Так. Что мы можем? Мы можем отхил поставить. Мы поставили отхил. Слушай, а он, кстати, спасает. И причем довольно неплохо. Она хиляется, а в этот момент они по ней стреляют и не могут ей нанести урона. На самом деле это классно. Так. Тут прокачали лучника. Все равно он слабо бомбит. Ну ты посмотри, ну что это за урон? Он даже мага не может подбить. Тут оптимально вот либо големы, особенно огненные. Он, конечно, тут вообще жарит. Вообще не на шутку, особенно своим метеоритным вот этим ударом. Либо вот маг льда. Но опять же, он силен только когда применяет свою вот эту вот массовую атаку. В остальном же случае он как-то не особо хорош. Ну, давай свою магию. Ух, хорошо-то как сейчас вжарили. Вот это я понимаю. Так. Давай прокачаем. Кстати, надо вот эту вот штуку тоже прокачивать. Это уже у нас огненная метка. А я что-то думал, что это немота. Хотя это не мота. Вот он, видите, сайленс. Тишину повесил. Так, Арин, отойди, пожалуйста, оттуда. Там огонь. Лучше нам драться с тобой вот на этой территории. Так, маг льда. Что у нас тут происходит? Пока все вроде бы под контролем, да, друзья мои? Вроде бы да. Пока все под контролем. Ну, так, здесь справились. Сюда, сюда заморозку. Арин, давай-ка мы тебя сюда передвинем, потому что тут ты должна помогать им все-таки. Ух, напряженка, жесть какая-то. Тут у нас, ага, прокачано полностью. Здесь тоже прокачаем. И у нас со всех щелей сейчас полетят летающие юниты. Вот что я тебе хочу сказать. Угу. Со всех щелей, да, значит? Ладно, друзья мои.
приготовились, как говорится, и ждем. Ай, по красоте. Обожаю, когда вот эта вот магия бомбит и наносит колоссальный просто урон. Тут у нас... Ага, сон не прокачан, да? Все, теперь прокачано. Кстати, это последняя волна у нас. Блин, вот если бы вот мы не пропустили бы тех бы олухов с вами, у нас бы все было бы отлично. Там слишком много мы пропустили вражин. Поэтому, опять же, у нас всего лишь, наверное, будет две звезды. Это в лучшем случае. Ну, лучше две, чем, извините меня, одна. Оу-оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Что-то, что за жесть такая у нас тут? Понеслась, как говорится, да? Арин, ты куда бежишь-то? Вот дуреха, а? Встань ты сюда. Неужели прошли? Да. Две звездочки, господи. Ну и баталии, я тебе скажу. Ой. Очень сложно. Так, что мы тут с вами заработали-то? Получить 30 самоцветов. Ладно, я не возражаю. Так, а здесь у нас достижение. Тоже 30 самоцветов. Друзья мои, мы с вами остановились на 38-й миссии. Так, мы можем что-нибудь с вами улучшить, в конце концов. По-моему, у меня здесь за обычные звезды прокачано все. Да? Здесь у нас. Так, у меня есть две звездочки, но этого, конечно, мало. Можем... Так, погоди-ка. А, у нас 0 звездочек, ясно? Ну и здесь понятно, здесь тоже ничего пока нету. Ай, друзья, ну эти звезды зарабатываются, как бы вам сказать, когда ты проходишь на сложном, да, режиме сложности и на кошмарном, на адском точнее. Но это очень сложно. Очень сложно, особенно битвы с боссами. Но интересно. Интересно, и, соответственно, друзья мои, когда у тебя будут прокачаны вот эти вот все улучшения, согласись, намного все проще будет. Сейчас, пока вы сами видите, мне сложновато бомбиться. Ну что, друзья, наверное, мы с вами пока завершим на этом, да? Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Empire Warriors. Ну а с вами был Рэй, всем пока и до скорого.